Во вторник в Самарской области будет ясно и малооблачно, местами пройдет небольшой дождь. Днем +22, +26, ночью 15-17, выше 0. Ветер западного, северо-западного направлений, скорость 1,5 метров в секунду. В Сызрани малооблачно, осадки в виде дождя, днем +26 градусов, ночью +15. Западный ветер, скорость 2 метра в секунду. В Тольятти ясное небо, возможен небольшой дождь, +22 градуса в дневное время, ночью 16 выше 0. Западный ветер 1 метр в секунду. В Самаре ясно, к вечеру небольшой дождь, дневная температура 22 градуса тепла, ночью +17. Ветер северо-западного направления 3 метра в секунду, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 40%, температура воды в реке Волга 15,5 градуса, геомагнитное поле возмущенное, малая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.